от «Ищи человечность» Back to Earth. Мультиплатформенная научно-фантастическая игра начнет свое ICO 26 апреля. Back to Earth была разработана в качестве развлечения, которое объединит множественные среды, такие как фильмы, мобильные приложения, комиксы и социальные сети. Связующим звеном всех платформ станут Star Credits – виртуальные токены, созданные на основе блокчейна Эфириума. Они будут использоваться для взаимодействия с историей, позволяя игрокам голосовать за понравившийся итог, получать доступ к содержимому игры, открывать особые функции, головоломки и многое другое.